В Казанском федеральном состоялось заседание ученого совета. Помимо стандартных выборных вопросов были рассмотрены положения, регламентирующие работу диссертационных советов. На повестке дня ученого совета значилось 4 основных вопроса. Конкурсный отбор на должности, выдвижение авторских коллективов на соискание государственной премии Республики Татарстан и представление к присвоению ученых званий. Кроме того, ректор КФУ Ильшат Гафуров озвучил предложения, касающиеся каждого сотрудника, прежде всего профессорско-преподавательского состава. Речь идет об очередном повышении базовой части заработной платы. Предлагается поднять базовый уровень по памяти скажу, уровень доцента, кандидата наук, который имеет и должность доцент, и звание доцент, я условно говорю, довести до уровня примерно 40 тысяч рублей базу. На сегодняшний день она была 37. Да, 450, и дальше плясать уровень профессоров, докторов наук. Зависеть дополнительные выплаты будут только от дополнительного объема работ, выполненных конкретным сотрудникам. Получать больше будут те, кто действительно более продуктивен. Производительность труда, по версии руководства, это повышение качества набора и количества студентов, поступающих в КФУ. Таким образом, итоги приема 2018 года станут своего рода индикатором эффективности образовательных программ и задействованных в них людей. По первым трем вопросам основной повестки докладчиком выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Он доложил о работе конкурсной аттестационной комиссии, заседание которой состоялось накануне. По результату все кандидаты, рекомендованные комиссией, получили свои звания и должности. Единогласно проголосовали и за утверждение плана работы ученого совета на 2018 год. В частности, на голосование представили вопрос об открытии 3 новых кафедр. Кроме того, из рук проректора по научной деятельности Даниса Нургалиева отличившиеся сотрудники получили дипломы заслуженных сотрудников, профессоров и преподавателей университета, знаки отличия и почетные грамоты. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.